Добро пожаловать на серию видеороликов по торговой платформе MT5, MetaTrader 5 от AMP Global Clearing. Мы эту платформу предлагаем с ноября месяца 2016 года на котировках CQG. Перед вами вы сейчас видите мой экран, у меня открыт терминал. Сегодня мы вам покажем отображение сделок на графике. Естественно, передо мной стоит график. Это S&P 500, тикер EPZ6, декабрьский контракт 2016 года. Это, разумеется, текущий контракт по данному инструменту. Это довольно краткий видеоролик. Мы вам покажем сейчас, как вы сможете видеть ваши сделки непосредственно на самом графике. Итак, после того, как вы выставили ордер, напоминаю, вы ордер можете выставить как и через стакан, так и через MarketWatch, нажав правой кнопкой и выбрав New Order, можете Sell или Buy. Таким образом, вы можете выставить рыночный ордер по продаже или по покупке. Вот. Я это сделал около часа назад. У меня открыт график, насколько, либо 5, либо 15 минут, я точно не помню. Но это не имеет никакого значения. Вы сейчас видите вот это вот предыдущие мои сделки. Они отображаются на графике. Чтобы это сделать, у вас вот открыт Toolbox, где вы сейчас видите мою мышь. Нажав правой кнопкой на инструмент или, в принципе, на любое место вот на этой, в этом ряду, вот, мы нажимаем правой кнопкой мыши, у нас появляется такое меню, мы выбираем Show on Charts, и если мы нажмем Delete All Deals, как вы видите, наши ордера исчезли. Прямо вот здесь продолжайте смотреть. Если мы точно так же нажмем на Show on Charts Add New Deals, вот эти ордера появятся. Вот вы видите вот эти стрелочки, синие, красные, вверх и вниз. Вот они как раз и означают вот наши точки входа и выхода из позиции. Если у вас несколько было ордеров по разным инструментам, вы их здесь увидите в списке, потом вы тогда можете нажать на требуемый инструмент точно таким же методом, нажатием правой кнопки мыши, Show on Charts, здесь Add New Deals, чтобы отобразить сделки, или Delete All Deals, чтобы удалить. С вами был Юрий Эпштейн, компания AMP Global Clearing. Благодарю вас за внимание. Удачной торговли.